Раннее утро, обычный тамбовский двор, где все друг друга знают. Хорошего доброго дня, до свидания. Так начинается рабочий день руководителя благотворительного фонда «Тамбовский» Владимира Лещенко. Фонда, у которого нет просторного офиса, а все вопросы решаются на ходу. На ходу в буквальном, не в переносном значении слова, где я, там и фонд, шутит Владимир. Денис, привет. Помнишь, рассказывал про семью из деревни Марусино Моршанского района? Вот времени сейчас нет самому доехать, очень нужна помощь. Можем из твоей организации ребят, которые любят волонтерить у нас в фонде, отправить на спецзадание? Да, вот Леша же всегда с радостью откликается на социальные дела. Все, отлично, мы сейчас тогда к нему подъедем, все ему передадим. Все, спасибо. Мальчик, про которого идет речь, хорошо знаком зрителям нашего проекта. Илюша Желнов живет в крошечной деревне Марусино Моршанского района. Ребенок практически с рождения не слышит. Для нас вообще рухнул мир. Почему он? Почему вот не, вот так? Нет. Несколько лет назад Илье провели операцию, установили специальный имплант. Он и проводит звуковой сигнал. Вторая часть устройства – наружный слуховой аппарат. Это все и операция, и устройство бесплатно. Проблема только в расходниках. Этой весной, когда медицинское оборудование сильно подорожало, покупать самостоятельно батарейки и провода семье стало не под силу. Это новый аппарат, новая модель. Он вот состоит из… Сейчас мы чуть-чуть снимем. Из батареечного отсека, который вот так вот вынимается. Батареечный отсек ломается очень быстро, они выходят из строя, получается, внутри он на батарейках, две таблеточные батарейки. Вот нам очень надо много батареек, потому что их надолго не хватает. Помочь с расходниками вызвался благотворительный фонд. Алексей, привет. Привет. Спасибо, что согласился помочь в очередной раз. У нас в деревне Марусино, в Моршанском районе, есть семья потрясающе, мы к ним ездили много раз, и ребенку требуется постоянная помощь. Тут специальные приспособления для его слухового аппарата. Проводочки, батареечки. Это очень нужно передать в целостности и сохранности. Спасибо огромное, что помогаешь в очередной раз. Хорошо, будет сделано. Спасибо. Благотворительный фонд «Тамбовский» – объединение предпринимателей, готовых помогать. Таким он был с самого начала. Но постепенно в процесс помощи стали включаться все, кто так или иначе оказывался рядом. Я много раз рассказывал, что благотворительный фонд «Тамбовский» – это в первую очередь объединение друзей и объединение предпринимателей. Но гораздо круче, когда сотрудник, видя то, как руководитель большое количество времени уделяет благотворительной деятельности, также стремится и изъявляет желание поучаствовать в этой благотворительной деятельности. И Алексей, он не исключение, он всегда подхватывает все социальные проекты, в каких мы участвуем, и, естественно, никто им не доплачивает, этим ребятам, то есть нашим сотрудникам, которые попросили поучаствовать в этих благотворительных проектах. Это не сверхнорма час никакой не оплачивается, это не премируется никак, нет, это вот общая позиция организации. В течение дня самому Владимиру нужно успеть попасть на несколько объектов. В первую очередь это спортивные площадки, которые фонд строит в городских микрорайонах. Вот мы приехали в школе номер 4. Четвертая школа в западной части города. Объекты спортивной инфраструктуры здесь не ремонтировали давно. Новые тоже не строили. Ну вот на данный момент мы видим с вами где-то 70% выполненных работ. Осталось совсем чуть-чуть. Долго работали над асфальтовым покрытием. Выравнивали его так, как здесь до этого оно было, асфальтовое покрытие, но уже находилось непригодным для использования состояния. Восстановили и сделали баскетбольные новые кольца. Этой весной на средства президентского гранта здесь было построено две площадки для уличного баскетбола и пляжного волейбола. Здесь 40-сантиметровое углубление. Оно будет полностью засыпано песком. И ребята здесь смогут играть. У волейбольных опор специально сделали возможность прикрепить сетку на разном уровне. Это сделано для того, чтобы играть могли и мужчины, и женщины. Уже к началу лета площадки будут практически готовы.
Сейчас начнутся каникулы, лето, район густонаселенный. Почему бы не прийти, не поиграть на мягком покрытии? И, естественно, мы говорим с вами не о профессиональном волейболе, да, пляжном, а мы говорим все-таки о здоровом образе жизни. История со спортивными площадками в каком-то смысле родом из детства. Владимир вспоминает, когда он был школьником, таких возможностей для занятий спортом просто не было. 2007, 2008, 2009, как раз вот три года последних, у меня вообще площадок не было. Ни рядом с домом, нигде. И про баскетбольный вообще молчу. У нас почему-то стояла баскетбольная посреди футбольного. То есть было футбольное земляное поле, и вот так вот с двух сторон поставили два кольца. Ну, типа так вот баскетбол выглядит. Эти площадки уже не первый проект фонда. Самая первая была построена три года назад рядом с областной спортивной школой. Так участок выглядел в начале проекта. Сейчас там уже регулярно проходят соревнования по уличному баскетболу. Еще одна появилась в конце 20-го возле 14-го лицея Тамбова. Выбор мест для площадок тоже не случайен. Рядом со школами они будут под присмотром. А для детей и подростков эти площадки должны стать центром притяжения. Сейчас мы с вами едем к четвертой площадке. Это второй корпус 30-й школы на Сергея Лазо. В школе еще идут занятия, поэтому тут же во дворе к нам присоединяются и те, кто уже попробовал свои силы на новой площадке. Ну смотри, совсем скоро будем соревнования проводить здесь. Готовь команду. Есть желающие в баскетбол поиграть? Я умею. Вот. А до кольца достаешь? Нравится новый асфальт, новые кольца? Да, я тут каталась. А скоро сделаем разметочку еще баскетбольную. Они все почти доделаны, нужно просто еще сделать окантовку, вот эту белую полоску сделать на щитах, и сеточку повесить, и все, и можно, ну и, естественно, разметку сделать на площадке. Демпферное кольцо точно так же, оно оттягивается, если на него прыгнуть. Абсолютно тот же поликарбонат. За время работы фонд реализовал несколько грантовых проектов. А среди тех, кто получил помощь, несколько десятков человек. Сергей, привет! Привет, привет! Привет, Серега! Привет! Здравствуйте! Звоним тебе спросить, как твои дела, как настроение? Вообще отлично, все замечательно, сижу, работаю. Ну, хорошо. Мы тебя отвлекаем? Нет, я что, могу на перерыв поспорить, если что. На связи Сергей Сороковиков. В этом году молодой человек тоже стал подопечным фонда. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Привет, Сергей. Приветствую. Владимир, знакомьтесь. Очень приятно. Приятно познакомиться. 8 лет назад Сергей получил травму позвоночника. Нырнул в незнакомом месте. Случилось то, что я головой ударился об дно. То есть глаза в воде открываю, вода была чистая. Я смотрю вниз, и я не понимаю, почему я не могу гребти. Думал, что зацепился за что-то, а оказывается, нет. То есть и начал уже в воде понимать, что если сейчас не вытащит, то хорошо девушка, дай бог ей здоровья, она успела меня вытащить. Вот, они меня вытащили с братом на берег, вызвали скорую. То есть таким образом я ударился головой об дно, приехала скорая и уже только в больнице там. Сознание не терял. Вот. Больно было немножко. Ну как немножко, было больно достаточно. После нескольких реабилитаций Сергей уже уверенно пересаживается с коляски на стул, самостоятельно стоит и передвигается в ходунках. У него есть все шансы вновь ходить самостоятельно. И однозначно, услышав сегодня историю Сергея, его стремление и ту мотивацию, с какой он заряжен, естественно, хочется помочь, и я буду максимально энергию эту передавать всем попечителям и тем людям, которые поддерживают фонд. Сбор средств на реабилитацию фонд начал месяц назад. Уже сейчас большая часть суммы собрана. Слушай, звоним тебе сказать, мы же сейчас активно ведем сбор, созваниваемся с друзьями, договариваемся о помощи тебе, рассказываем твою историю, все очень тепло относятся, желают помочь. Вот на данный момент из 250 мы собрали уже чуть более 150 тысяч. Осталось у нас, я вот называю всегда последняя соточка, это финальный аккорд. Осталось совсем чуть-чуть, я уверен, что мы справимся. Ну, осталось совсем чуть-чуть, я искренне верю, что и в этот раз чудо произойдет, все будет хорошо. Спасибо, рад видеть. И мы очень, спасибо. Пока-пока. Да, мы тебя тоже, пока-пока. Друзья, коллеги, привет. Так.
Так выглядит встреча учредителей фонда. Когда в расписании каждого появляется свободная минута, есть возможность обсудить текущие дела. Например, новое направление – помощь беженцам. Или сбор на реабилитацию Сергея. Парню выезжать 1 июля, в принципе, время еще есть. Но так особо не откладывая в долгий ящик. Создатели фонда признаются, каждый раз, когда они ставят перед собой задачу, не знают до конца, удастся ли ее реализовать. И каждый раз происходит в буквальном смысле чудо. Я думаю, что у наших чудес есть абсолютно нормальное объяснение. Да, и мы преподносим это как чудеса, а фактически это человеческое желание вести созидательную деятельность, вести благотворительную деятельность и помогать тем, кто вокруг нас. Те, кому помогли или просто подарили небольшое, но чудо, уже десятки человек. Каждый год волонтеры фонда помогают организовать доставку подарков детям с особенностями развития. Они всегда желанные гости на праздниках для таких детей. Это как эйфория. Оно непередаваемое. Это как заряд батарейки, наверное, на полную. С утра снимаешь телефон, видишь 100%. Понимаешь, что вот устройство готово к работе на весь день. Также ты закрыл проект, кто-то вздохнул. И чувствую, что готов дальше делать еще больше. Перечислить деньги – это слишком просто. Просто отдать и все. Нет, это неправильно. Гораздо правильнее посмотреть и направить эти деньги туда, куда они требуются. Увидеть конечный результат, посмотреть, поучаствовать в этом. Цель основная – не просто скинуть какие-то деньги, которые выделил из бизнеса, а именно вложить их, и не только деньги, не только. Это и своя энергия, это и своя душа, скорее всего, потому что, когда видишь результат сделанного, то, ну, это восхищение, которое никак не измеряется даже деньгами. Хочется, чтобы люди другие это тоже осознавали, присоединялись и делали что-то. Это не много денег, это не много времени, это просто желание участвовать, желание помогать другим людям.